Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 15.2. Нужно записать выражение в виде степени. В задании А нам встречается произведение икса на самого себя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 раз. То есть мы запишем, что это число, это x в восьмой степени, где x – это основание степени, 8 – это показатель степени. В задании b у нас 5 раз на само себя множится число y. Это y в пятой степени, y – основание, 5 – показатель степени. В – это z в шестой степени, где z – основание, 6 – показатель степени. И g – это q в третьей степени, или, как еще говорят, q в кубе. Q – это основание, 3 – это показатель степени. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.